Ладно, Томми, это Пол. Я тут слышал от одного тюфяка, что ты был очень плохим мальчиком. Кто-то на тебя обиделся за то, что ты начал играть крутого, причем на полном серьезе. Короче, не говори, что я не предупреждал. Но выпендрешь, до добра не приведет, сынок. Короче, я слышал, что за твою голову назначена награда, и кто-то хочет проучить тебя, так что будь начеку. И помни обо мне, дружище. Мне тут кое-какие пушки в багажнике. Охереть, где ты достал это все? Хранил на черный день. Нравится? Да, нравится. Это место просто кишит мудаками, будь осторожен. Не волнуйся, Томми, я прикрою тебя. Сюда! Диас должно быть внутри! Эй, Томми, можно мои окна будут выходить на бухту? What are you thinking, dickhead? Диас! Я пришел забрать твой бизнес! Томми! Ты предал меня, идиот! Сейчас я тебя прикончу! Ручайте! Кровожадные ублюдки! Вы тупые придурки! Мой прекрасный дом! Посмотрите, что вы наделали! Это за моего брата! Я доверял тебе, Томми! Я хотел сделать тебя... Спокойной ночи, мистер Диас!